Сегодня в Алматы в Центральном государственном музее открылась передвижная выставка «Нурсултан Назарбаев. Эпоха. Личность. Общество». Впервые за 20 лет библиотека первого президента представляет столь масштабный проект. Более 700 экспонатов из музейного фонда, личного архива и личной библиотеки главы государства о ключевых моментах становления независимого Казахстана. Выставка приурочена ко дню первого президента и дню независимости республики. Помимо экспозиции запланированы еще 3 международные конференции и 5 научных семинаров. Особенный раздел – раздел «Награда президенту. Признательность народу», где представлены высшие государственные награды, которых был удостоен Нурсултан Абишевич, а следовательно и народ Казахстана. В рамках своей миротворческой деятельности, в рамках формирования и развития глобального диалога. Особый подраздел, конечно, представляет коллекция Коранов, священного писания мусульманской религии, каждый из которых имеет свое особое историческое значение.